В эфире службы новостей «Саров-24» в студии Анна Пилипец. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении к Сарову трех муниципалитетов Нижегородской области и Мордовии. На передовой борьбы с огнем сотрудники МЧС и военнослужащие Министерства обороны вырвались из огненного кольца в Мордовском заповеднике. Еще один молодой специалист пополнил ряды медицинских работников клинической больницы номер 50. Далее расскажем обо всем подробно. Президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении к Сарову трех муниципалитетов Нижегородской области и Мордовии. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации 24 августа. Указ вступает в силу с 1 января 2022 года. В состав границ затоплен полагается включить две территории. Одна расположена с севера в примыкании к границам, существующим ЗАТО, и выезд на нее через 4 КПП предполагается. А другая не примыкает к границам ЗАТО, расположена в западном направлении и включает в себя территорию технопарка и прилегающую к нему территорию Вознесенского района. Северные территории предполагается использовать для развития города, для жилищного строительства, для размещения каких-то коммунальных объектов. Западная территория предполагается использовать для развития, для функционирования Национального центра физики и математики, для дислокации там филиала МГУ и для развития промышленных, научных объектов. Присоединяемые территории станут контролируемой зоной категории «Б». Эта категория не подразумевает переноса охраняемого периметра и охраны войсками Нацгвардии в новых границах. Более 50 сотрудников МЧС России и военнослужащие Министерства обороны оказались в огненном кольце при тушении лесных пожаров. Группировку общей численностью 55 человек и 18 единиц техники направили для отсекания очага пожара в одном из кварталов Мордовского заповедника на границе с Нижегородской областью. Внезапно поднялся ветер, и огонь перешел в верховой пожар, который стал стремительно распространяться на большие площади, молниеносно окружив группировку. Люди с техникой оказались замкнуты в кольце пламени и отрезаны от пути эвакуации. Через несколько часов упорной борьбы с огнем стихии удалось победить. Люди и техника благополучно были эвакуированы на безопасное расстояние. Никто не пострадал. В настоящее время со стихией борются свыше 500 росгвардейцев. В их распоряжении более 20 единиц специальной техники. Кроме того, для тушения пожара с воздуха задействованы ведомственные вертолеты Ми-8 и самолет Ил-76. Воздушными судами управляют наиболее опытные экипажи. Авиация Росгвардии сбросила более 700 тонн воды. Личный состав и авиация Росгвардии оказывают неоценимую помощь городу и ядерному центру в борьбе с пожарами. Они не только совместно с пожарными расчетами тушат очаги возгорания, но и расчищают просеки, создают минерализованные полосы, подвозят воду, ведут круглосуточный мониторинг распространения огня. В условиях чрезвычайной ситуации действуют очень эффективно, уверенно и профессионально, обеспечивая стопроцентную безопасность жителей объектов закрытого административно-территориального образования. Всего в тушении пожара на территории Нижегородской области и в природном заповеднике имени Смедовича в Темниковском районе Мордовии задействовано свыше 1100 человек и более 250 единиц техники. По состоянию на 25 августа общая площадь, пройденная огнем, составляет почти 6000 гектаров. Исполнилось 60 лет со дня основания отдела детских дошкольных учреждений. В честь этой даты в городской администрации в рамках ежегодного августовского совещания педагогических и руководящих работников поздравили почетных педагогов дошкольного образования и вспомнили богатую историю детских садов Сарова. На традиционном августовском совещании в зале администрации собрались педагоги и руководители образовательных учреждений. Глава города подчеркнул значимость работы учителей и воспитателей как для Сарова, так и для страны. Отметил их нелегкий, но такой важный труд по воспитанию будущего поколения. Огромная вам благодарность за то, что вы тратите себя, свои ресурсы, не щадя ни времени, ни сил для достижения целей наших маленьких потомков. Поэтому вам большое спасибо. Надеюсь, что у вас хватит сил, чтобы пройти этот год достойно, может быть, даже с более высокими показателями. Этим летом исполнилось 60 лет городскому отделу детских дошкольных учреждений. Поэтому особые слова благодарности прозвучали в адрес почетных работников детских садов. Директор департамента образования Наталья Валерьевна Владько отметила значимость создания этого отдела для нашего города. Вы прекрасно все знаете, что с 2017 года дошкольники стали членами нашей семьи уже непосредственно
сейчас вместе с нами работают. И для нас очень важно, что эта связь между дошкольным образованием и школьным, она становится неразрывной. Сегодня в рамках нашего рабочего процесса, и уже на протяжении нескольких лет, мы видим это связующее звено, мы понимаем, что действительно было правильное решение по объединению двух департаментов. С сентября начинают работать и новые молодые учителя. На встрече их тепло приветствовали и приняли в трудовой коллектив. А лучшие педагоги, руководители и коллективы образовательных учреждений получили награды Министерства просвещения, Министерства образования, науки и молодежной политики и Российского совета олимпиад школьников. Вначале мы верим в то, что у нас будет хороший светлый год. У нас есть одинаковая с вами задача – подготовить наших молодых жителей города. У вас очень хорошие текущие достижения, и я надеюсь, мы их сохраним. Это, ну, как бы с отчетной позиции никто не отменял. Это золотые и серебряные медали, это олимпиады, это конкурсы, это гранты. На совещании педагоги и руководители выступили с докладами и обсудили основные направления работы и планы на предстоящий учебный год. Светлана Юрунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. 29 августа в 17:00 состоится 6-й фестиваль колокольных звонов и православных песнопений, посвященный 330-летию Сарова. В нем примут участие выпускники и преподаватели Московской школы звонарей, гусляры из Нижнего Новгорода, творческое объединение «Мир», вокалисты и хоровые коллективы Сарова. Фестиваль пройдет в храме во имя святых царственных страстотерпцев, улица Менделеева, дом 41. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Премьер-министр Михаил Мишустин продлил действие программы «Семейная ипотека». Льготные кредиты можно будет оформить до конца 2023 года. Ранее их выдача заканчивалась 1 марта 2023 года. Кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно получить для покупки жилья или строительства частного дома. Первоначальный взнос составляет от 15%. Максимальная сумма кредита зависит от региона. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей это 12 миллионов рублей. Для других территорий – 6 миллионов. Завершается летний сезон проекта «Дворовая практика». Центр внешкольной работы приглашает саровчан весело и с пользой провести время на своих дворовых площадках. 26 августа игровые программы «Пролето 21» пройдут по Советской 10, Духовой 16 и Павлика Морозова 14 в 17 часов, на Московской 25 в 17:30. В этот же день в 17:30 на стадионе школы номер 10 состоится семейный турнир «Футбольные мамы» в рамках проекта «Спорт лето». А в 18 часов на Куйбышеве 3 пройдет семейный турнир по снайперу. Спортивная площадка на стадионе школы номер 16 закроется большим спортивным фестивалем. В программе волейбол, финальные игры, футбол, финальные игры, открытый турнир по шашкам. Начало 17:00. Для лиц старше 6 лет. Еще один молодой специалист пополнил ряды медицинских работников клинической больницы номер 50. 16 августа к должности врача оториноларинголога приступила Дарья Шитова. О выборе профессии и работе в первой поликлинике молодой специалист рассказала нашей съемочной группе. С выбором профессии Дарья Шитова определилась рано. Еще в школе девушку привлекали естественные науки, и она решила, что хочет дальше развиваться в этом направлении. Выбор пал на Приволжский исследовательский медицинский университет, где Дарья проучилась 8 лет, 6 на лечебном деле и 2 года в ординатуре по специальности оториноларингология. Здесь мне больше помогло именно школьное образование, где я заканчивала 20-ю школу. У меня был прекрасный учитель по биологии Ефанова Ирина Николаевна. Именно благодаря ей я как бы поняла, что я хочу заниматься чем-то связанным с химией и биологией. И, наверное, одним из первых, на что пал выбор, это была медицина. На приеме Лора осматривает нос, уши, глотку, гортань и выслушивает жалобы пациента. Помимо стандартных процедур, он лечит носоглоточные, ушные травмы, извлекает инородные предметы. Врач этого профиля владеет навыками нескольких специалистов, чтобы точно определить диагноз. Специальность подразумевает различные контакты с другими специалистами. То есть постоянно приходится совершенствоваться в этой профессии. То есть нужно знать не только вот заболевания уха, горла и носа, но нужно контактировать и с неврологами, дерматологами, онкологами. То есть это такая вот междисциплинарная получается работа. Это, я считаю, очень интересно.
Врач говорит, что пациенты часто не обращают внимания на симптомы и в итоге запускают болезни. Чаще всего это насморк, который люди пытаются лечить самостоятельно. По словам специалиста, это главная ошибка. Люди очень часто имеют зависимость от капель сосудосуживающих. Народ не замечает, что они ими пользуются уже постоянно, а в итоге это уже выливается в заболевание. Молодой специалист рекомендует лучше следить за своим здоровьем и регулярно проходить обследование, чтобы избежать серьезных заболеваний. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». 28 августа Саров празднует свое 330-летие. Однако всего несколько лет назад мы отмечали 55-летие Наукограда. Почему произошла путаница с датами и какое событие положило начало летоисчислению Сарова, расскажем в следующем репортаже. Еще в 2009 году Саров отмечает свое 55-летие. Как выяснилось позднее, история города гораздо богаче. В эту субботу он отмечает свое 330-летие. Так откуда есть пошла земля саровская? До 2011 года днем рождения Сарова считали 17 марта 1954 года. Именно в этот день вышло постановление правительства РСФСР о придании поселению статуса города. Тогда он носил имя Кремлев. Отсчет даты, когда город Саров следует считать городом, действительно вызывает много вопросов и размышлений на эту тему. И создавалась даже экспертная комиссия, активисты нашего города тоже поднимали этот вопрос. В общей сложности историками и краеведами было предложено около 7 дат, с которых можно начинать летоисчисление нашего города. Среди них дата основания объекта 1946 год, избрание поселкового совета в поселке Саров 1938 год. Другие варианты были на несколько веков раньше. 1706 год, который считается годом основания сайта града Саровской пустыни. Почему монашествующие считают датой основания именно эту? Потому что была освящена первая церковь Пресвятой Богородицы, ее живоносного источника, которая на данный момент восстанавливается и вот-вот будет закончена. Из всех предложенных дат выбрали 1691 год. Тогда на старое городище пришел монах Арзамасского Введенского монастыря Исаакий в Схиме Иоанн. Именно тогда, по мнению исследователей, сформировалось историческое ядро Сарова. Официальным днем рождения города эту дату признали в 2011 году. Тогда Саров отпраздновал свое 320-летие. Больше возрастных путаниц с ним не происходило. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 26 по 29 августа там проходит медовая феерия. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент лакомства удовлетворял каждого. Поэтому на медовой феерии можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. Употреблять мед можно ежедневно в небольших количествах. Храниться дома продукт может долгие годы, не теряя своих свойств. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще советский ГОСТ. Температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Мед акации гипоаллергенен, поэтому употреблять его можно смело как взрослым, так и детям. Также на медовой феерии мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогает работе сердечно-сосудистой системы. На выставке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед. Предложат вам и продукты пчеловодства – пыльца, маточное молочко, настойка прополиса на воде и перга. Перга – это пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Не пропустите. Выставка «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 26 по 29 августа с 10 до 18 часов.
И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.